По сути, сегодня дан старт избирательной кампании в Котласе. 17 июня начинаются процедуры, связанные с избранием депутатов, объявление выборов, выдвижение кандидатов, работа избирательной комиссии. В сентябре этого года котлашанам предстоит определиться составом 7-го созыва городского собрания депутатов. Выборы пройдут в единый день голосования 10 сентября. В этот же день нам предстоит определиться и с представителем в Архангельское областное собрание. Кстати, единый день голосования, по сути, единая трехдневка. Поставить галочку в бюллетене за своего кандидата или партию можно будет не только 10, но и 8 и 9 сентября. Как считают в облизбиркоме, трехдневное голосование позволит большему числу избирателей принять участие в выборах и равномерно распределит нагрузку на членов комиссии. Также на предстоящих сентябрьских выборах избиратели, зарегистрированные на территории Архангельской области и имеющие подтвержденную учетную запись на госуслугах, смогут проголосовать за кандидатов в депутаты, не посещая избирательный участок. Для участия в электронном голосовании необходимо сначала подать заявление на сайте госуслуги с 24 июля по 4 сентября. А воспользоваться своим избирательным правом цифровым способом можно будет с 8 по 10 сентября 2023 года. Проголосовать традиционным способом на избирательном участке, подавший заявление, уже не сможет.